Всем привет, вы на канале Ван Дамма, и сейчас будем смотреть бой против 21-х рангов. В принципе, подбор нормальный. Не знаю какой, наверное, еще этот бой покажу. Лично для меня все бои одинаковые, я не знаю. Или это уже игра надоела. Хотя игра уже надоела, да, не знаю, может акт сбросить. Пора, наверное, завязывать с этими играми. Потому что неинтересно уже играть. Тупо неинтересно. А донатить вообще желание его пропало. Как-то так-то. Ну, бой такой себе. Ну, тут быстрый раш, как бы, командная работа туда-сюда. На синьке. Противник тоже, наверное, не галдил. Хотя кто знает. Наверное, использовал голду, когда его убивали. Ну, так вот, ящик взяли мы хорошо. Что-то противник вообще ничего толком не взял. Вот здесь ящик я украл. Слабенько, конечно. Тем более я на синих бустах собирал, не на голде. Зеленый снайпер. Тут какой-то хрен непонятный. Ой. Напарник делает броников. Тут вот разведочка, вижу. Вертикс и Зевс. Все как обычно. У меня я в 4-й штаб выхожу. Вот. Иногда использую там, произвожу юниты. Тут противник тоже 4-й штаб. Ракетки. Бункера. Брони дикий на 21-м ранге. Вот так вот производим юнитов. Тут видно вертикс, молот. Такой себе. Вот напарник поехал. Сейчас начнем бомбить. Тут, наверное, включу голду. Торы, блядь. Ох, как лагают. Да, это голда. Ну, голда на голду, как бы. Странно, что зеленый ему не помогает. Это меня удивило. Это синька. Непонятно, зачем он сопротивляется. И так все понятно. Как бы все, ребят, такой вот бой.
ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, ждите еще, наверное, будет бой.